Первоуральцы выбрали дизайн проспекта Ильича. Стали известны официальные итоги голосования за проекты благоустройства. Вариант-победитель собрал в разы больше баллов, чем его конкурент. Мнение на онлайн-платформе высказали порядка 20 тысяч человек. Голосование проходило в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Первоуральск стал одним из полусотни городов региона, участвующих в программе. Жители выбирали один из двух вариантов благоустройства проспекта Ильича. По задумке дизайнеров, там появится новое комфортное общественное пространство с озеленением, формирующим сквер. Результаты голосования обнародованы на онлайн-платформе 66город-среда.ру. Первый вариант выбрали 17 105 человек, второй – 2715.